Всем привет! С вами канал Артмания. И сегодня я вам расскажу про клевер в газоне. Клевер в газоне, вот он вытесняет газон. Как, например, вот здесь вот. Тут, видите, плешина. И вот тут нету газона. Тут тоже нету. Я уже... Где она? Вот я уже сколько их выдрала. Каждый год выдираю. Вот он. Господи, а вот. Так. Вот он находит стебель сам. Вот он стебель сам. И по нему так ведется сквозь газон. И выдирается. Сейчас. Вот он пошел, 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 пошел. Вот он. Опа, вот он, видите, длинный такой, длинный, вот на нем растут. Их нужно выдирать, потому что, как я уже говорила, он вытесняет газон, и потом он просто вытеснит его окончательно, и будет один клевер. Вы можете посмотреть обзор дачи в Отрадном, я делала, там газон весь вытеснил этот клевер, и просто уже растет. Так, где он тут у нас? Его вижу. Так, сделаем. Вот он. Вот он, вот он, вот. Вот длинный он. Видите, какой? Когда начинаешь его пытаться вытащить, его становится каждый раз меньше, меньше, меньше. Главное не запускать. Вот он тоже. Иначе потом вообще от газона ничего не останется. И потом еще сложнее. Вот тут тоже чуть-чуть. Главное стебелек его найти. Вот и все. И выдирается. Спасибо за просмотр. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки. Вот наша дача. Пишите комментарии. И всем пока-пока.